Мошенничество на 90 миллионов рублей. Задержан ректор Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед Суракатов. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. По версии силовиков, в период с 2015 по 2018 годы Суракатов и другие должностные лица вуза перечисляли деньги со стипендиального фонда на расчетные счета доверенных лиц и в последующем обналичивали эти средства. Установлены также факты подделывания подписей в платежных документах. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.